Привет! Сегодня делаем разбор соло из песни «Калина в мост», «Девочка летом». Итак, мы ее сыграли как инструменталку. Давайте я все сыграю и будем подробно разбирать. Приступим! Начинаем из вступления, конечно. Играет третья струна, 12-й лад. Подтягиваем на один тон. И начинаем играть тогда уже с подтянутой струны. Затем отпускаем, нота звучит. И 10-й лад, третья. Дальше два раза тянем снова на 12-м ладу третью. Дальше. Четвертую играем слайдом из 10-го на 12-й. Третья, 10. Дальше с 10 снова третью играем, слайд на 12 лад. И на четвертую на 12 сначала. Следующая фраза. Играем также подтяжку, начинаем также. И два раза играем на 12 третью. Дальше. Также начинаем четвертую слайдом, на третью, на десятый, и потом четвертая, 10, 12. Дальше.
играем вторую струну мизинцем на 13-м ладу и сразу тянем третью на 12-м на тон. Когда третью начинаем тянуть, мизинец убираем, чтобы у нас одновременно не звучало две струны. Не надо. Вот так отдельно. Дальше. Опускаем быстро из подтянутого состояния с 12 лада третью. И делаем пул на 10 лад. Это быстро мы делаем. Дальше. На 12 третье. И тянем из 12 на тон. Еще раз. Дальше. Играем по полутонам. Третья струна 10, 11, 12. Дальше. Играет вторая слайдом из 11 на 12 вторую. И первая на 15. Здесь у нас может прозвучать две струны одновременно. Дальше. Снова тянем 12 лад третья. На 10 потом. И слайдом из 12 на 14 третью. И на 14 еще раз. Дальше. Третья струна 12, 10, 12, 12, 7. Вот слайдом мы ушли. Дальше. Играет четвертая струна 6, 5. Пятая 8, 5. И с пятого ушли слайдом вниз. Еще раз с этого места. Вот, и вышли мы на куплет. Надеюсь, со вступлением все понятно. Пошли дальше. Куплет начинаем играть из четвертой струны. 6, 5, 3, 5 и 3. Дальше. Пятая открыта, третий лад, четвертая третий и пятую на пятый. Можем четвертую открытую сыграть вместо этого. Ну, я оставил здесь. Здесь можно вибрато сделать. Вот. Еще раз. Дальше. Начинаем также. Затем четвертую на пятом играем. Быстро делаем подтяжку на полтончика. И потом снова на пятом. Вот так. Дальше. Пятая струна играет на пятом. Раз, два, три. На третий лад. И потом слайдом выходим на пятый обратно. То есть пришли слайдом, потом сыграли. Вот так. Дальше. Четвертая играет 7, 5, 3. Потом из третьего возвращаемся на седьмой слайдом и потом играем снова два раза. Вот так. Дальше. Играет четвертая же, седьмой, третий. Слайдом потом опять на седьмой. И на пятый. И ушли слайдом. Вот так. Играем четвертую струну, третий лад, потом три раза открытая и снова на третий. И после этого, этот ход мы играли уже, пятая открытая, третий лад, пятая, четвертая третий и пятая пятый. Вот, на этом закончился первый куплет. Второй куплет мы начинаем играть так же, как и первый. Вот, одинаково здесь. Дальше. Играем четвертую.
7, 5, 3, 7, 7. Дальше. Играем три раза подтяжку из пятого лада четвертое. Надо на тон нам потянуть. Вот до этого звука. И потом в свободное положение струну на пятом. Можете вверх потянуть. Разницы нет. Дальше. Играем 4 раза пятую на пятом. Потом еще раз. И слайдом ушли на восьмой лад. Дальше. Играем хаммером пятую открытую на третий лад. Четвертая открытая. На третий четвертую. Потом два раза на пятом пятую. И еще один раз. Еще раз. Опять-таки можете прийти на четвертую открытую. Если вам так больше нравится. Или так. Итак, второй куплет тоже мы разобрали. Пошли дальше. Идет первый проигрыш у нас. Значит, начинаем из третьей струны. 12 лад. Тянем сначала на полтона. Затем отпускаем. Потом правой рукой снова играем. На тон тянем уже. Получается, если по ноткам. Вот так. То есть сначала легонько подтянули, потом на тон. Потом играем вторую 10-13. Дальше играет третья. 12-10. Играем коротко. Четвертая 12. Потом на 10-й третью. Потом слайдом из 10 на 12 третью и 4 на 12. Еще раз. Вот так. Дальше. Снова тянем третью. Начало также играем. Потом вот подтянули на тон. Играем потом второй раз. Дальше вторая на 10-м. На 13-м и первая на 10-м. Дальше третья. 12-10 слайдом на 12-й с 10-го. 10-12 и 4-е 12. Еще раз. Так. Дальше. Тянем третью на 12-м на тон. Два раза вторая на 10-м. 13, 10 и 13. И потом вот сыграли на 13-м. Тянем вверх и первую на 10-м. Потом вторая на 10-м после первой. Снова 10-й, первая. И на тон тянем первую из 13-го, на, чтобы звук 15-го был, два раза. И на первую на 10-й. Еще раз. Дальше. Тянем первую из 15-го на один тон медленно. И потом первая на 13-м и вторая на 15-м. Быстренько надо нам сделать это. Здесь можно вторую покачать. Ну тут он по идее делал подтяжку, мне показалось, на первую струну 13-й лад. Быстренько так. Ну, я сделал быстренький слайд. Вот так. Дальше. Затем первую играем хаммер пул 10-13 лад.
затем вторую тянем 13 лад на тон, два раза на 10 первое, вторая 10, 13, затем третью тянем на 12 на тон, и потом 2 и 1 на 10. Еще раз этого места. Дальше. Итак, играем два раза, третью тянем на тон с 12, потом вторая, первая на 10, отдельно все нотки. Два раза сыграли. Дальше вторая 13, 10 и третья 12. Дальше. Десятый лад, вторая. Потом третья 12, 10, 12. Дальше. Играем слайдом из 12 на 13 третью. 12, 10. 12 снова. И здесь перешли на 4 и на 12. Еще раз. Дальше. Играем два раза третью на 10. И за третьим разом уходим с 10 на 12 слайдом. Потом 4 на 12. Затем легонько притрагиваемся на 10 ладу к 4. Или приглушиваем вот ладошкой, чтобы коротенький звук вышел. Играем 3 раза коротко. Потом слайдом на 12 уходим. И третья играет 10-12. Еще раз давайте с этого места. Вот так. Дальше идем на третью струну на 10. Затем 12. С 12 на 14 слайд. И вторая на 13. И затем третью на 13. Тянем на полтона. Сразу играем. Уже подтянутой. Отпускаем и снова вытягиваем обратно на полтона. И потом коротко играем вторую на 13. Затем третью пулом играем из 12 на 10. Потом хаммером быстро на 12. Потом снова на 12 и на 4 на 12. Вот так. Дальше. Играет третья. 5-7 лад. Можем хаммером сыграть. Дальше. Играем четвертую на седьмом, потом полтона слайдом и обратно выходим, и потом на тон. Вот так. И давайте еще раз с этого места. Вот так. И выходим на третий куплет. Надеюсь, здесь тоже все понятно. Пошли дальше. Третий куплет начинаем играть также из четвертой струны. Слайдом играем из пятого на седьмой. Потом 5-4. Быстренько подтяжечку делаем на пятом ладу. И потом на третий лад и на пятый. Пятую. Когда вот на пятую сыграли, слайдом ушли вниз. Вот
Вот так. Дальше. Пятая, пятый лад. Два раза. Четвертая один раз на третьем. И снова пятая на пятом. Дальше. Играет четвертая открытая на седьмом. Все на четвертое сейчас играем. Пять, три, пять. И потом слайдом из третьего на пятый лад. Дальше. Играем на пятой струне на пятом ладу. Раз, два, три, раз, четыре раза. И потом еще раз. Дальше. Играем слайдом из пятого на седьмой, четвертую. Потом 5-3. Потом из пятого на седьмой слайд. И на седьмом играем. Четвертая открытая на седьмом. Два раза играем слайдом из пятого на седьмой, четвертую. И на пятый. Дальше. Играем четвертую открытую. Раз, два, три, три раза. И здесь тянем из второго лада на полтона. Ну, там с намеком было на тон. Так что если чуть больше полтона, это будет нормально. И последние нотки в куплете. Пятый лад, пятая. Раз, два, два раза. Потом слайдом на восьмой и на пятый. Это на пятой струне. Вот. И выходим на второй проигрыш. Начинаем играть из пятой струны. Открытая, третий лад, четвертая открытая. И два раза играем хаммером из второго на третий лад, четвертую. И четвертая открытая. Дальше третья. Четвертый, пятый лад. Сначала. Дальше играем в пятую на третьем, четвертая открытая. То есть то же самое играем, только без пятой открытой, то, что мы в начале играли. Давайте сначала. А здесь из-за такта играем те же ноты, третья струна. Дальше. Играем так. Четвертая струна все играет. Открытая, третий, открытая, пятый. Потом снова пятый, третий и пятый. Вот пришли на пятый, потом сразу идем слайдом на седьмой и на пятый. На третий и слайдом из третьего на пятый. Еще раз. Два раза потом на пятом, третий и пятая на пятом. Дальше. Пятая открытая, третий лад, открытая. Потом два раза хаммер играем четвертую, второй, третий лад. И потом открытая четвертая. Там-пам-пам-пам. Вот это открытая струна. Давайте еще раз сначала до этого места. Вот так. Потом выходим на следующую часть, на четвертую струну, на десятый лад. Из десятого играем слайдом сразу на двенадцатый. Потом два раза третья на десятом. Снова четвертая на двенадцатом. И третья на двенадцатый. Потом тянем из 12 на тон, медленно.
Вот так. Потом первая на десятом. Потом два раза третью играем. Получается, в процессе подтяжки мы играем два раза. И снова первая. И снова первая. То есть два раза. Еще раз. Затем прижимаем маленький баре на десятом ладу. И быстренько вот играем как свипом вверх. Должно получиться все коротко. Можете легонько просто прижать. Или вот так вот как бы лесенкой. По мере затухания струны. Вот так пальцем можете сделать. Еще раз. Вот. Дальше. Четвертая играет 10-12. Третья 10-12. Вот когда на 12 третью пришли, быстренько делаем подтяжку на тон и отпускаем. Дальше. Вот так. Дальше. Играем в октаву нотка соль. Третья на двенадцатом, первая на пятнадцатом. Потом через третью 13 лад первая. Потом третья открытая, коротко. И первая на двенадцатом. Дальше. Играем первую на десятом, вторую на тринадцатом. Потом без правой руки тянем. Вот так. Потом 13. Два раза на десятом вторую. Снова на тринадцатом вторая. На десятом. И два раза подкачиваем третью на двенадцатом. То есть первый раз сыграли, подтянули. То есть играем не подтянутой. Потом тянем. Два раза. Потом коротко играем четвертую на двенадцатом. Потом третью тянем с двенадцатого на тон. Коротко. Потом третья 10 и четвертая 12. И третью играем коротко на десятом. И в самом завершении третью тянем с двенадцатого на тон. Потом вторая 10, первая 10. И качнули немножко на первой. И на ней закончилась песня. Ну вот все мы вроде с вами и разобрали. Надеюсь, что все рассказал доступно. Уверен, у вас все должно получиться. Желаю вам успехов. Спасибо. Пока.